загнал стальные руки в крылья, а вместо сердца пламенный мотор. О, папаша, папаша, папаша! Хорошее пиво. Хорошее пиво, хорошая рыбка. Весна, звуки, неясные предчувствия. У вас есть неясные предчувствия, Аркадий? У меня все как в тумане. Это авитаминоз. Слыхали? Говорят, в пиве новый витамин открыли. Витамин П. Натощак шлаки гонит. Прямо не удержишь. А кто открыл, неизвестно. Говорят, один профессор прямо возле бочки. Талантливый у нас народ. Самородки. Кстати, Аркадий, куда это люди, а? На работу. Строить. Жди, они настроят. Да, не умеют у нас еще строить. Кстати, Аркадий, что там в прессе? Тут пишут. О, с каждым днем все радостнее жить. А дальше что? Дальше тут оборвано. Логично. В любом случае, Аркадий, продолжу свою мысль. Женщина. Женщина, Аркадий, это просто загадка. Я не прав? Николай вчера свою гонял. 42 минуты. Но мы засекали. Да, как говорится, делу время, потехе час. Он ей так и сказал. Кстати, Аркадий, куда вот это вот люди? А это с работы. Нас не искали? Искали. А мы что? А мы только что вышли. Логично. Слышь, старшой мой уже в школу пошел. Но! Говорит, отгадай. Зимой, говорит, и летом одним цветом. Говорю, портвейн. Ёлка! Аркадий! Точно, а? Точно. Придумают же... Кстати, Аркадий, что там в прессе? Тут пишут, его. Колхозники обязались надоить от каждой фуражной коровы по 3 тонны кукурузы на силу. И что? И сдержали свое обещание. Слушай, Аркадий, какой сегодня день? Конец месяца. Нас не искали? Искали. А мы что? А мы на обеде. Логично. Зима. Холод. Стынут чувства. У вас стынут чувства, Аркадий. У меня все и в гипсе. Это старость, Аркадий. Слышь, внук вчера со школы... Внук вчера со школы пришел. Да. Говорит, отгадай. Зимой, говорит, и летом. Одним цветом. Говорю, елка. Правильно. Говорит, портвейн. Кстати, что там в прессе, Аркадий? Тут пишут, о. Скоро у всех наших советских больных будут колоть одноразовыми шприцами. Зачем? А чтоб долго не мучились. Логично. Гляньте, Аркадий, они что там, строят? Да нет, еще перестраивают.
Кто ж так перестраивает? Эх, жаль, мы не успели. Зато нам никто и мы никому. И от нас никого. И мы ни при чем. Значит, Аркадий, нам пора. Так скоро? Так мы пошли. Так мы пошли. Пойдем, Аркадий. Не смешно.